Всем привет, дорогие друзья! И знаете, мы тоже с вами построили один домик, и мне что-то захотелось сделать второй дом. Ну что ж, в принципе, я думаю, мы его с вами сможем сделать. Так, я думаю, давайте выберем материал. Даже не знаю на самом деле, но я придумал такой стиль, что каждому дому я буду вешать свой герб. Так, ну, в принципе, вот мой герб. А, и я, кстати, тут, видите, уже березку, так сказать, подобрал. В принципе, я не случайно так сделал. Все дело в том, что рядом растет много березы, и идеально здесь будет входить дом из березы, что человек заказывал дом и так, о, вот много березы, вот из нее и будем строить, подумали строители. Так, и для начала давайте мы построим с вами вот такую вот замечательный проход у нас, можно сказать. Так, и тут много земли. В принципе, давайте мы ее всю уберем отсюда вот таким вот образом и поставим пол. Так, вот тут тоже, то обычно ставите двери, а потом замечаете, что опа, не убрали. Так, и давайте опа, сейчас аккуратно ломаем все это. Угу. Так, если что, я строю на 1.18.2. Так, пол, ну, давайте попробуем березовый, в принципе, поставить. Вот так вот аккуратно ставим, вот так вот по краям, в принципе, аккуратно, не спеша, вот так вот будем делать. Теперь вот тут сделаем, ой, поставили случайно. Так, давайте вот тут вот тоже застраиваем, ага, и тут тоже строим. Ну, в принципе, нормально, я считаю. Так, давайте... Что бы тут сделать? Даже не знаю. Знаете, с одной стороны, хочется тут сделать такую пристроечку, как сени. Ну, типа, такая, можно сказать, ну, в домах, знаете, что не сразу прям в дом попадают. Они попадают в сени, где там, типа, разуваются, вешают свои манатки и все такое. А потом уже проходят, соответственно, в сам дом. Я думаю, в принципе, мы можем сделать тут как-то вот... Блин, даже не знаю, на самом деле, на мой взгляд, это очень трудно строить. Так, ну не знаю, давайте возьмем березовые двери. Ну, типа так входит в сени. И тут тоже. Ну, на мой взгляд, нормально. А, и самое главное. Видите, что я говорил? Вот не поставил, и она сломалась. Поставим еще по березовой дверочке. Угу, так. Ну и знаете, вот чисто что-то, мне кажется, что вот сени будут лучше всего сделаны. Я, знаете, я видел часто так в домах делают, вернее в квартирах, вот, даже не знаю, поставить это или нет. Мне вот, знаете, такая кирпичная отделка в каких-то домах очень нравится. У меня, в принципе, там, вот, как видите, построена из кирпичей пристройка. В принципе, дом этот просто в креативе палает устроил. Так, и давайте вот тут вот, вот так. Угу. Ставим. На мой взгляд, нормально получается, в принципе. Так, прекрасно. Так, флаг, не знаю, может, не будем. Я думаю, что здесь мы не будем вешать, мы где-то при входе. Ну, знаете, ну, пока так нормально. В принципе, я практикую свои умения в строительстве, и поэтому вот так вот учусь строить нормально. Так, вот так вот тут ставим. Опа. Угу. И вот тут тоже. Ну, что-то в этом доме есть. Я считаю, что тут что-то есть. Так, давайте вот так вот. Угу. Поставим здесь. Отлично. И вот так вот. Так, 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 так. Ну, прикольно получается. Прикольно. Чисто что-то есть в этом доме, но чего-то нет, можно сказать. Вот сени, например, я вот сейчас строю и заметил, что они какие-то темные, а под дождем вообще атмосфера ужасная. Что вот в моем доме самая прекрасная атмосфера — это когда ночь. Блин, как-то не знаю, когда-то повесить. Так, давайте сломаем. Вот тут мне чисто вот в голову пришла мысль, что вот так мы застраиваем, что, типа, люди ж будут ходить из одного дома, который я построил, в этот дом. Поэтому я думаю, что можно вот так, не знаю, может, одной двери, кстати, даже может хватить. Я вот сейчас посмотрел, нормально. Так, с этой стороны, ну, не знаю, вот прям
Это если так. Ну, даже не знаю, ну... Не. Может, давайте... Да, вот так по старинке. В принципе, так по старинке у нас все строилось в Майнкрафте до нашей эры. Так, и вот тут вот ставим вот так вот, вот таким вот образом. Угу. Готово. Тут мы отлично тоже все поставили. Так, так сказать, склон равняем, потому что, хотя дом вообще стоит чисто, если чисто так посмотреть, то небезопасно. Он стоит небезопасно, но как есть, так есть. Так, не знаю, сосна и булыжник, это чисто вот интерьер этого дома. Знаете, может такой же фонтан сделать, как у меня. Вот столько, что-то у меня какая-то все-таки есть отдел коробки, что крышу нужно только сделать. То у меня она какая-никакая. Да, надо будет как-нибудь крышу сделать. Так, о, я придумал. Мы, короче, сейчас давайте так копнули. А не, еловый забор не подходит. У нас же все только из березы. И берем, и вот так вот давайте ищем. Вот он, березовый забор, меняем его. Так, 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 так. Вот тут вот ставим. Редстоуновый фонарь, датчик света ставим на ночь. И все, ночью будет светить, днем не будет светить. Так. Угу. И, ну что, отлично, на мой взгляд. Давайте фонарь возьмем. Классический. Так, ну, присутствует такая атмосферка уюта. Вот тут как дождь, то присутствует что-то. Теперь берем, кстати, крючок, давайте. И вот так вот. Вешаем. Ой, на дверь повесил. А как на дверь? А типа, не получится. Я думал, в воздухе будет висеть. А давайте так и оставим. Сейчас, если нить не тянуть, давайте чисто такой отклонимся, экспериментик. Ну уж, натягивайся. Что-то у меня никогда не получалось. Наверное, нужно подлиннее. А что не так? Вот давайте вот так. Я вообще не там... А, между ними тут пространства еще нету. Жесть, между ними пространства нет. Ну почему? Похоже, нужен один блок, не цепляется, да? Ну не прям ни в какую. Ну понятно, вообще ни в какую не цепляется. Ладно, ладно. Угу. Так, давайте как-нибудь, не знаю. Что-то заменим. Ой. Сейчас, вот мне хочется, знаете, чтобы как на автомате открывалось. А, все, слетает, понятно, с двери слетает. Ладно, давайте попробуем еще раз. И да, с двери слетает, все, не вариант. Так, ладно, что-то мы немного отклеились от темы. Так вот, отлично, ставим. Угу. Я предлагаю, в принципе, вот этот крюк, он все-таки был нужен, чтобы мы открыли глаза и поняли, что вот тут нужно сделать такую небольшую выемку. Или как раз крюк ставим, смотрите, во, выемка, вот чисто, где будут всякие штуки для одежды. Ну, на мой взгляд, есть уют. Двери, правда, как не очень будет поставить. Все, даже отсюда уходить не хочется. Тут вот, давайте только картиночка, и вообще все прекрасно. Так, а есть что-то... Так, давайте посмотрим. Так, сейчас... Не знаю, как сделать. Может, тут... Нет, тут знамя... Ну, чисто неплохо так смотрится, но нужно еще и на входе вешать, я считаю. Ну, где-то вот тут вот... Ну, понятно уже, что дом этих хозяев. Угу. Так, березовая дверь, фонарь, кирпичи, как бы... Получается, нужно сейчас вот крышу сделать, чтобы потом, я думаю, это в следующей серии мы уже с вами лестницу поставим. Так, вот тут фонарь вешаем. Уже мы часть как бы тут закрыли, уже не везде дождь будет капать, в принципе. Уже, так сказать, строители могут где-то там посидеть. Угу. Ой, Ник пролетел. Стоп, а как-то это же одиночный мир. У меня было чувство, будто Ник пролетел. Сейчас испугалась, что все, одиночка включилась. Типа, ну все, ГГ. Так, ладно, давайте вот так вот еще. Опа. Блин, что-то я как-то громко хрустнул. Так, давайте вот так ставим. И вот так. Ну, на мой взгляд, чисто прикольно. Просто прикольно.
Так, белый флаг. Ага, а черный, вернее, флаг-то получается с белым кругом, а я думал белый флаг. Так, я как могу делитнуть, так я его поставил там. Так, и давайте, опа, сейчас возьмем, не знаю, тут что-то нужно. Вот сейчас я думаю, вот что-то мне нужно. Я не понимаю только, что я сейчас тут делаю, но я понимаю, что мне отсюда что-то надо. У меня в голове какая-то мысль есть, я не знаю, но как бы объяснить. Ну, я, в общем, тут кое-что придумал сейчас. Так, мы берем, короче, табличку. А, и мне еще плита нужна. Все, 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 все. Сейчас мы такое построим. Все, ребят. Так, чисто стул, где будет сидеть начальник дома. Так, вот так вот. И... ну так вот. Ага. Нормально. Сейчас копируем забор. Только это мы, в принципе, столик делаем из люков. В общем, сейчас вы все увидите. Так. Тут, не знаю, по углам. Ну, можно поставить вот тут, типа. Вот так вот. И дайте, опа, аккуратно. Так, не по той стороне. Угу. Так, ну, отчасти что-то тут есть. Нет, тут должно быть все ровно. Так, да-да-да. Идеально. Типа, чтобы пройти к столу, можно сделать вот так вот. А потом закрыть. А то я помню, когда был маленький, и там, знаете, какие-то столики проходили, я просто под столом пролезал. Вот буквально вот так вот я ложился, и вот так под столом проползал. Туда-обратно, туда-обратно. Так, да, сейчас вот. Вот так. Угу. И, ну, нормально. Так. И давай. Сейчас, как бы это сделать? Вот у меня тут вот чисто, если выпирать будет, вот у меня сейчас в голове есть мысль, как же ее реализовать, как же сделать ее релиз. Так, не представляю. Так, давайте обратно поставим что-то это. Что-то я думаю сделать. Я не понимаю. Так, давайте тут дверь и, в принципе, плита, если вот так подойдем. А, все, типа теперь табличку ставим, вообще все ок будет. Угу. И нормально. Пам-пам-пам. И нужно, типа, знаете, знамя повесить. Во, вообще идеально. Прям вообще просто супер. Просто супер. Угу. Говорю прям, отвечаю, супер. Так, даже не знаю. Типа вот так вот прикольно, знаете, уже какой-то диван. Или там, где хозяева дом вдвоем, типа. Не знаю, или какой-то богач там. Вот так, чисто для друга, знаете, как в аватаре, что Созин, типа, и Рок вместе все отмечали. Может, тут так же, типа, сделаем, что специально для лучшего друга. Так, сейчас еще лестницу возьмем. Я вот не знаю, стандартная лестница, хотя не ступени, или стандартная лестница. Даже, ну, давайте попробуем. Так, фонарь придется немножечко делить нам. Так, и вот так вот теперь туда, типа, оставим. Угу, лестница. Вот так вот. И вот. Так, сейчас. Опа. И как бы. Опа. Ага. И вот тут тоже сносим. Ставим. И. Не, это прыгать нужно вот тут, получается. И все. Ну, нормально. А тут сносим, можно что-то поставить будет. Я видел что-то. А, книжные полочки, в принципе, сейчас дома. Ну, не знаю, ну, да, ну, давай. Хотя это чисто дубовые они. А тут, а прикиньте, можем потом добавят, типа, дубовые, вернее, они добавят там разные, дубовые книжные полки, березовые, сосновые, из темного дуба, потому что... Сейчас так мирно поставим, потому что, допустим, у меня дом из березы, а внизу это немножечко так выбивается. Ну, не знаю. Так немного обидно, что не сделали вот
давно пора, в принципе, такое простое обновление, просто поменять чуть-чуть текстурки. Это же вообще, на мой взгляд, изи просто. Так, давай тут сейчас нужно построить. Угу. И тан-тан-тан-тан-тан. Вот, вот что-то в этом доме есть. Мне кажется, пока все, что круто получается, только синие. Потому что они вот, знаете, как-то получились круто. Ну, сейчас мы, кстати, по стандартам тут, как видите, я уже беру все. Так. Что еще тут? Коптильную, плавильную. Ну, все вроде так. У меня это есть в инвентаре или удалился-то один раз? Да ну нет. Да ну нет, ребята, удалилось. Придется класть в инвентарь по новой. Ладно, ладно. Что еще взять? Даже не знаю, подмостки можно и... Что взять? На коптильную и плавильную печь. А затем далее бочка. И... Его улей? Не знаю, не знаю. Улей, коптильная, плавильная печь, верстак. Не, сундук не пойдет. А, все, открывается с фонарь, то подходит, а под мозг. Ну, чисто он красиво смотрится. Не знаю, с чем я его вообще взял, но он красиво смотрится. И типа, знаете, ну как все делают, закрывают аккуратно. Так, что-то не ставится, подождите. И нужно ставься. А, ну я так сделаю. А, ну немножечко не так, но нормально. Как бы тебя поставить по-человечески? Да ё-моё. Давай, отъезжаем. Как, или походу нельзя? А, всё, кажись, а нет, не получилось. И, ну, отлично, отлично, вот так вот. Можно еще вообще и с этой стороны люками закрыть, что вообще прям фиг догадаться. Боже, дождь до сих пор идет. А из-за того, что сейчас день как бы, не знаю, давай что-нибудь поищем. Тут у меня может что-то будет. Я вот себе тоже поставлю, в принципе, так. Так, может у меня что-то найдем. Стой, ордер мои, блин. Как-то выглядит, то давайте, я вот тут вот чисто, когда начинаю строить, я замечаю, что тут есть что-то, чего нет в другом месте. Не знаю, не смотрится. Так, лошадь тимится у меня даже. Понятно, веселая она у меня. Веселая, ребята. И давайте вот тут вот как бы еще выбрать, ну... Я не знаю, я вот чисто понимаю, что тут нужно две серии, но поверьте, они будут очень крутые. Следующую серию мы достроим, но пока еще мы тут не доставили. Давайте и тут доставим, в принципе. Так, подмосточки тоже можно поставить, но они типа как березовые, вообще не знаю. Но они крутые, это сразу понятно. Книжная полка, знаете, я подумал, в мире же типа золото это круто. А в Майнкрафте круто это алмазы и назерит. Так обидно, реально, что в мире круто, что было там золото, алмазы и всякая вот эта вот вещь. А в Майнкрафте назерит. Хотя назерита даже не существует. Или он существует? А мне вообще стало интересно, существует ли назерит в реальности. Наверное, существует. Или нет? Мне кажется, он существует. Он существует. Он сто пудов существует. Или не существует. Не знаю. Пока гадаем, существует или не существует. Вау, да ладно. Можно там, где подмостки ставить. Да ну. Да ну, ребят. Ну, круто. Круто. А есть назерит в реальности или нет? Мне вот интересно. Ну, ладно. Потом узнаю. В принципе, дом получился, ребят, реально крутой. А на этом все. Всем спасибо. В следующей серии достроим. Всем спасибо. До новых встреч. Пока, ребята. С вами был Мирослав.